Екатерина Евгеньевна, доброе утро. Приглашайте ко мне всех на совещание. Каждое утро в кадровом подразделении начинается одинаково. Совещание. Юлия Спыну закончила юридический колледж и твердо решила работать по профессии. С 2006 года девушка ответственно несет службу в полиции. Мы занимаемся дисциплиной и законностью. Также рейдовыми мероприятиями среди сотрудников УМВД. Естественно, награждение. Взаимодействуем с администрацией по Одинцовскому городскому округу. На службе не обходится и без физической подготовки. Артем Кульнев не только сам сдает все нормативы, но и приучает к спорту других сотрудников. Организация соревнований тоже лежит на его плечах. В профессии Артем уже более 5 лет, а вот в новую должность вступил совсем недавно. В мои обязанности, в обязанности инспектора по профессиональной подготовке входит проведение с личным составом стрельб, соответственно, чтобы сотрудники усовершенствовали навыки свои по стрельбе. Стрельба у нас проводится несколько раз в месяц, согласно приказу, утвержденного начальником нашего управления. Подготовка сотрудников, повышение их профессионального уровня и воспитательная работа – далеко не полный список обязанностей кадровиков. Наталья Резун занимается отбором кандидатов на службу, проводит психодиагностику и исследования на полиграфе. Согласно 840-го приказа нашего МВД, четко прописаны темы, которые мы должны проверить, и по результатам вынести заключение определенного образца. Сейчас в штате 17 человек. Они понимают, что от качества их работы напрямую зависит укомплектованность всех подразделений. С кандидатами на службу в органах всегда готовы пообщаться. Возрастные категории сейчас у нас изменили в связи с изменением федерального законодательства. Это 50-55 лет. Сотрудники, которые имеют среднее, общее, полное образование, среднеспециальное образование, высшее образование. Для молодых людей, служивших в армии, предоставляются социальные гарантии. Это отпуск не менее 40 дней, возможность получить высшее образование и медицинскую помощь в ведомственных санитарных частях. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».